Добрый вечер, с вами снова я и фильм «На вечер». Вот, вот я. Похитили девочку, у нее третья отрицательная группа. У нас все готово к операции. Помогите! Возможно, есть второй труп. Этот фильм французского производства, хронометраж около 1,5 часа. В Корею на конференцию прибывает патологоанатом из Франции и оказывается в эпицентре полицейского расследования. Смерть наступила месяц назад. Причина не установлена. Все, что мы знаем, это то, что на момент смерти жертва была под наркозом. Пропадают девушки, приезжавшие в страну на заработки. И открытие врача помогает установить их личности. А еще у ученой есть переводчица и симпатии детектива полиции. Сюжет достаточно интересный, но подан весьма предсказуемо и скомканно. Любимые актеры здесь тоже не впечатлили. Много неэстетических кадров, связанных с хирургией. Из плюсов лишь незатянутое повествование. В Корее люди не любят проявлять эмоции, да? Да, поскольку для нас любовь – дело серьезное. Откажись. Я не могу. План изменился. Присутствует небольшая драма, взаимоотношения двух героев, запутанный на вид сюжет. Атмосфера мрачности и безысходности тоже присутствует. И расследование есть. Фильм затягивает. И с одной стороны не стали затягивать фильм, но с другой стороны, с начала фильма все довольно легко читается. Уже показали тех героев, которые уже стали отрицательными пидорасами. Это скорее вопрос к сценаристам. Это для моей племянницы. У нее скоро день рождения. Она будет очень рада, если придешь. Вроде бы актеры и играют, и сюжет есть, но выглядит все как-то просто. Появление Ольги Куриленки вроде бы разбавляет фильм, но это так, отчасти. Сама актриса особых звезд с неба никогда не хватало. Фигура ее, конечно, супер, но снималась всегда средне. Думаю, не хуже и не лучше. Так что фильму это не прибавило какой-то плюс. Торговля органами. У вас есть дети? Нет. Я оперировала одного ребенка. И я его не спасла. Да, еще будут кадры операции разрезанного голого тела, поэтому сразу предупреждаю, что будут и такие сцены, которые вряд ли понравятся мнительным людям и может вызвать реакцию «бэ». В центре сюжета тема донорства, исчезновение людей и их поиск. Мы предполагаем, что она китаянка. Они приезжают на заработки, отправляют деньги семьям. Им тут не просто живется, а они совсем одни. Орган был извлечен правильно. Это сделал хирург. Фильм серьезный, в каком-то смысле страшный, ведь такие люди очень опасны для простых людей, которым нужны бумажки с денежными знаками. В общем, данный фильм рекомендую к просмотру, а вот смотреть вам его или нет, решайте сами. С вами был я, Калигула, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока.